Друзья, всем привет! Выехали мы очередной раз пособирать грибов, пока еще грибы есть. Ехали, не знаю, за Пчелино, короче, приехали, кто знает, может, места. Сейчас в лес заходим. Сегодня вдвоем сын не поехал. Сказал, мне нафиг ваши грибы не надо. Так что пытаемся на себя. Что-то две белых нашла? Давай посмотрим. Белые, конечно, да. О, вещь. Ну, короче, пробуем ходить. Что, чего там? Насобираем потихоньку. Вон тут большой какой-то стоит. А он уже все завялился. Огромный. Опа. Все, капут. Пробуем, ходим. Она через эти чащу пролезть. Вот там елки будут. Конечно, да, вообще не видно. Ну а вот так прямо идти туда. Пошли. Сквозь елки. Сейчас выйдем, там полянка будет, и там будет нормально. Не потеряться, чтобы. Не знаю. Дебри. Где-то тропинка была. Ну. Ладно, вылезем. Вон какой гриб стоит здоровый. Белый, нифига себе. Смотри, подосиновик. Вон еще один здоровый какой. Офигеть. Подосиновик. Вот, смотрите, какой. Вещь. Вон там здоровый какой стоит. Вон еще один. Сейчас этот срежем. Вот он. Вот опа. О. Сейчас большой тут посмотрим. Ну этот-то, конечно, уже все, наверное. Ну он хотя это чистый. Ладно, сейчас камеру на голову одеваю. Вылезли мы из дебри на чистое место. Ну пока. Породистых. А о! А? Я тоже нашел белый. На чистое место такое. О, какой огромный стоит. О, здоровый белый. Вон еще один белый. Смотрите, о. А, он все капут ему. Вон, видите, какой? Вон еще один. Белый. Все, видите, съели. Съели. Вон еще один белый. О. О. Белый хороший. Крепкий такой. Нормальный. Ищем дальше. Это поганки. Вон белый стоит огромный. Здесь какие-то непородистые. Это какие-то поганки. Вон белый. Огромный стоит. Главное, чтобы медведь тут никакой не пришел. Блин. Сожрет еще. О, смотрите, какой. На две части почему-то развалился. Но крепкий, чистый, хороший. Вон горянки есть, но я горянки не собираю. Нафиг. Они не надо. Аккуратненько ходим. Надо смотреть внимательно, а то... О, нифига себе, какой белый, огромный вообще! Охереть! Смотрите, какой! Офигеть! И чистая нога какая здоровая. Вот это да. Смотрите, какой огромный гриб.
Офигеть, какой белый. Блин, вот это да. Смотри, вон лисички. Лен. А, Лен, ты смотри, далеко не уходи. Где я тебя искать буду? Вон лисички чуть-чуть есть. Но я лисички не буду собирать. Мне нафиг не нравятся они мне. Лисички. Вон эти типа какие-то поганки или что-то за грибы, не знаю. Смотрим дальше. Вон под березовик стоит. Под березовик хороший. Берем. Смотрим белых. Вон, смотрите, какие стоят. Во. Вон какие вещи маленькие. Вот тут еще один. Блин, какой. Во какой. Смотрите, еще один вот рядом. Вот еще один вылез. Во. Какая нога здоровая у него. Офигеть. Вон еще один подосиновик. Вон там вижу еще один. Смотрим. Вон еще белых два. Офигеть. Смотрите. Вот еще один. Смотрите, какие. Вообще шикарные, блин. Грибы. Вот еще один маленький. В этом же месте. Офигеть, смотрите. Шляпка отпала. Блин, комары. Офигеть, смотрите, какие крепыши. Вот тут рядом еще два. О, вон еще два. Сейчас белые там соберу. Во, смотрите, белых. Два штучки стоят. Вон какие. Видите? Вон еще один стоит. Смотрю, давайте сразу. Пока вижу, срежем. Вот он. Белый. Под березовик он, ну, такой уже переросток. Гниловатый. Он под березовики стоит. Надо внимательно смотреть. А то это в очках. Могу и пропустить. Грибы. Под березовик. Вот еще два. А этот уже все. Этот тоже. Эти тоже. Вот. Все капут. Лен! Где ты там? А? Фу. Вон еще один белый стоит. Вот смотрите, какой маленький. О, какой. Офигеть. Блин. Не зря приехали. Надо внимательно. Вон под березовик рядом стоит большой такой. Это все какие-то труха его, видите? Еще листья нападали, теперь не сильно хорошо приметишь. Как я еще говорю, слеповат немножко, то и могу и пропустить. Глаза разбегаются сразу. Такие дела. Ладно, собираем. А вон, смотрю, огромный стоит около елки. Какой-то гриб. Вон, видите? Какой-то белый. Ну да, белый. Смотрите, хороший.
Берё. Вот еще. А, нет, это маховик. Ищем дальше. Ребята, прошел здесь. Вон, смотрите, белые стоят, какие красавцы. Вон какие. Раз, два. Смотрите. Вон еще рядом. А это не белый. Вон еще один стоит, смотрите. Два кладу сразу. Вон еще один. Это подосиновик. Подосиновик. Смотрим. А это что? Тоже подосиновик. О, какой хороший. Рядом. Смотреть надо. Как ягоды. Землянику. Стишок такой есть. Да, одну ягодку беру. На другую погляжу. Да, да, да. Надо внимательно, потому что глаза разбегаются, сразу не соображаешь. Увидеть, листья нападали. Не сильно сразу видно. Вон какой огромный стоит. Вот. Смотрите. Огромный какой. Смотри, Лен, какие вообще кабаны стоят белые. Офигеть. Смотри, какие под этим. Сейчас поеду. О, блин, этот гнилой весь. Подосиновик. Офигеть. Офигеть, какие. Один даже вот так разорвало его, смотри. Охереть. Вообще. Смотри, какие белые. Они, видишь, фигово уже все. Видишь, уже спротухли. Блин. Жалко как. Смотри, какие огромные. Видишь, они уже. Так они хорошие, видишь, не съели. Только что они спортились уже. Офигеть. Офигеть. Вон стоит. Это подберезовик, что ли? Ну да. Водяной. Водяной. Вот подберезовик стоит. Тоже водяной. Вот стоят. Пару штук. Этот у нас что? О, какой, нифига себе гриб какой. Я не знаю, что это за гриб такой. Брать не буду. О, подберезовик. Червивый. Он белый. Смотрите. А нет, это не белый. Я не знаю, что это за зеленый гриб такой. Как говорится, не знаешь, брать не буду. Смотрите, какой. Я его срезал. Смотрите, он сразу зачернел, засинел. Я не знаю, что это за гриб. Может, кто знает, подскажите. Какой-то как под ореховик похоже. А? Лен, ну я не знаю, страшно. Я сильно не уверен, но сильно он какой-то ядовитый. Выглядит. Вон, смотри как. Я лучше брать не буду. О. Вон стоит. Вон, видишь, какой он? Видишь, порезал сразу, черный стал. О. Ну, может быть, да. Но я говорю, я не буду брать. Лучше надо туда еще чуть пройти, подальше. О, хороший. Он белый. Сейчас чуть сюда еще пройдем.
по чуть-чуть. В траве вот стоит под березой. Ого, хороший, чистый. Собираем. Так, что тут у нас? Этот уже сгнил. И вот этот сгнил. Ходим, ходим, смотрите. Еще какой-то грибок белый стоит какой. Шикарный. О. Ой, какой. Ходим помаленьку. Проблема одна такая возникла, я сейчас вспомнил. Машину закрывал. Ключи оставил на сиденье. И дверь хлопнул. Сейчас стал проверять по карманам. Ключей нету. А ключи-то остались на сиденье в машине. Вот какая досада. Так что вот такие пироги. Ходить-то мы ходим. Вон под березой стоит, уже сгнил. А как домой ехать-то? Под березочек. Вот еще один. Под березочек. Вон еще один. Вон тут даже парочка сразу стоит. Парочка. Вот такие пироги. А как-то теперь машину открывать. Блин. Конечно, печальный случай. Печальный случай. Блин, в лесу глаза разбегаются. Вон какие лисички огромные. Вон. Огромные, но мало. Вон какой-то гриб стоит. А, нет, это плохой гриб. Вот такие пироги. Ходим, ходим, помаленьку ходим. По чуть собираем. Вон там парочка стоит. Вон четыре даже. Под березой-ка. Хороший. Этот уже все. Что-то этот мне не сильно. Не, хотя чистый. Не хочется этих червяков собирать. Ходим, ходим помаленьку. Ходим. Вон какой под березой огромный. Стоит. Ну, тоже гнилой. Вот тут еще рядом маленький. Вот. Увидел я. Опа. О, этот хороший. И вот еще один стоит в листьях. Этот херовый. Видно вам там, не видно? Собираю. Помалеху. Лес такой, конечно, дремучий. Вон какие эти всякие. О, подосиновик. О, смотрите. О, маленький. Фу. Паутина везде. Вон еще один стоит подосиновик. За деревом. Сразу не увидел. Два даже. Смотрите. Вон кто-то. Опа. Вон какой. Вот еще рядом один. Вон какой. Вот так вот. Собираем. Не знаю, видно там вам нормально. Головой кручу. Быстро может это. Голова закружится. Такие дела. Ходим. Лен, где ты там?
нашла. Они, видишь, как-то в одном месте. Туда дальше нету нифига. А вот тут, где я собирал, тут, наверное, их и море. Вон твои эти лисички. Да вон их много. Да вон стоят лисички. Вон, вон. И вот такие есть, вообще вот такие громадные. О, нихера себе, сколько ты насобирал. Вот смотри, какие беленькие. Видишь, как много маленьких. Сейчас уже хорошие грибы. У меня есть в кармане. Да вот, вот, вот. Лисички моря. Вон там, вон, иди, вон около дерева, вон пониже там. Вон белый, смотри, какой стоит, два штуки, видишь? Я видела, да, вот я возле них там вообще не знаю, вот маленький. Офигеть. Офигеть. Огромный белый. Сейчас фоткаем. На память. Откуда он еще один рядом стоит, огромный. Ходим дальше помаленьку, ходим. Все. Так, нет, нет, вот срезал. Смотрите, два еще стоит беленьких. На пакет другой. Вон, видите? Вон какие. Прям под дерево. Шикарные, шикарные грибы. Прям под дерево. Он там стоит огромный. Но брать он совсем такой уже с это плохой я не стал. Потихоньку двигаемся. Где-то тут еще один, а он стоит под березовик вроде. О, еще рядом один. А этот уже все. А вот этот возьмем. Вон еще один. Смотрите. Опа, чистенький. Ниже наклонишься, так приглядишься внимательно. Грибы. И берем этот, что у нас. Опа, хороший. Тоже берем. Смотрим. Дальше. Фу. В лесу-то жарко. Надо пакет другой, а то сейчас подавится там. Грибы. Вот такие пироги. Ходим, ищем помаленьку. На полянке туда. Тут я уже проходил. Пахнет чем-то невкусным. Невкусно пахнет. Так, собираем дальше. Один пакет я там оставил. Взял другой пакет. Тоже вот хожу под березовички туда. Вроде ходил туда. Не заметил нифига. Сейчас пришел. Чих, под березочки растут. А первый раз и шел, может, не тут, и шел чуть в стороне. А может, просто не увидел. Вон еще один стоит. Этот, конечно, гнилой уже. Вон, смотрите, какие. О, о какой. О, какой. Вон. Вот еще рядом стоит. О. Вон еще там. Вон чуть подальше, под березовик стоит. Смотрим. Я говорю, в лесу листья нападали, все нападало. Не сильно видно. Вон там какой-то стоит. Чистый, хороший.
А здесь еще... А не, здесь не, не хороший гриб. Смотрим. Дальше. Он стоит. А, вот здесь я уже глядел этот червёк. Ну, такой этот водивый. Нафиг. Такой не надо нам. Надо хороший, крепкий собирать. А это что? Морщины уже воды набравшие. Они сопливые. Пока до дома везешь, они раздрябнет весь. Не надо такой. Вон стоит еще один под березовик. О. Сейчас посмотрим, хороший. О, чистый, хороший. Ни червячка, ничего. Глядим внимательно. Еще. Вон белый стоит вроде. Сейчас подойдем. Вроде как белый похож. Да, вон там еще огромный. А, не, под березовик. Съели уже его. Под березовик. Интересно. Есть в этом году орехи? Не видать. Горянки. Горянки. Вот какой-то стоит. Это тоже не беру. Он белый, но он уже все обмяк, сгнил совсем. Паутина кругом. Вон белый вроде стоит. Или что это? Или под березовик? Не, а, не, это этот непонятный гриб какой-то. Вон там стоит один, вон под березовик большой, я вижу. Вон еще один рядом. Давайте-ка сейчас зайдем. Посмотрим. Может, мелкие есть тут. А, этот уже все. А здесь кто-то уже их порезал. Кто-то их уже порезал. Так, выключаюсь пока. Смотрите, какие белые валяются. Огромные. Вон, видите, и чистый, но он уже просто уже сгнил. Сейчас чуть-чуть перешел я с полянки на другую полянку. Посмотрим тут. Есть тут что? Нет, здесь вон какие-то дубы. Больше. А, о, белые, смотрите. Вон стоит сколько. Белых, о. Вообще охереть. Смотрите сколько. Маленьких совсем. Вон какие. О. О. Вот еще. Вон какие. Не видно. Они столько лезут. Беленькие. Надо внимательно смотреть. Тут дубы. Блин, только си. Сидя вроде смотрел, видно было. Теперь что-то не видно. Ну, короче, смотрим. Тихонечко. Здесь, да, дубы, смотрите, какие. Вон какой-то гриб стоит под березовик. Места-то такие красивые.
под березой кто-то. Это мухомор. Где-то тут я видел. Вот белый стоит, смотрите. Ох, белый. Вон какой. Беляш. Беляшек. Ай, вещь какая. Пахнет как. Вообще шикарно. Вон тут под березой стоит. Вон еще один стоит. Под березой. О, хороший. Вот рядом еще маленький. Опа. Еще. Берем. Вон два, смотрите, видите? Опа. Этот уже все воды. Воды набрался. А этот что? Этот тоже. Рядом тоже он стоит. Тоже видно, воды набрался. А не, этот живой. Ох, какой. Тут белые попадаются. Белые попадаются. По чуть. Вон иди свои эти лисички. Собирай вон тут. Надо эти. Вон тут крупные такие стоят. Большие. Вот тут какие-то. А, это поганки. Красавицы-поганки. Красавицы-поганки. Да вот же рядом, вот они. Вон. Вон. Жарко. Собираем дальше. Так, друзья, дошли мы до машины. Чуть-чуть немножко там неуверенно шли. Но итог, камера сдохла, короче. Вот наши грибы. В основном все белые одни. Вот такие дела.